have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами продолжаем. Перед тем, как пойти в золотые двери, они, кстати, вообще открыты, не открыты, не знаю. Так, Другалек. Это все хорошо так бомбануло. Я же не могу кувыркаться, правильно? Правильно. Вот с этой стороны подойти обязательно. Так, еще три динамита. То есть я мог даже туда свою драгоценную тушку не совать. Я мог просто кинуть туда динамитную шашку, и все бы это само бы пошло там взрываться. Тут ничего нету. То есть эта штука отображается на карте. Но, возможно, есть еще что-то, что не отображается на карте. Лучше чекнуть. А, вот это место, я понял. Вот этот шорткатец, который мне было так... А, вот и это место. Больно же! То есть, что я могу сделать? Я могу... А, вот это местечко у нас тут. Их слишком много. А, оно меня бьет. Я думал, оно меня телепортирует. Да выносливай же ж ты! Да хорош, я же был уже за границей этой штуки. Ой, иди сюда. Бесит, находишься за... А, у меня уже все бутылки закончились, я молодец. И все, ты ему... Ничего не сделаешь. Фух. Не, Другалек, сдохни, пожалуйста. А? Что-то. Что? Что это такое? Ха-ха! Взрывные... Да ладно! Это то, что я думаю, да? На 8 зарядов. А, эти без... Ух ты ж, ё, смотрите. То есть вы мне говорите, что я могу теперь просто отсюда выбираться. Не, ну я понимаю, что да, вон там турель, у меня подлечиться нечем. То есть теоретически я могу зацепиться за турельку и открыть сундучок.
Но делать я этого, конечно же, не буду. Нет, ну буду, но не с таким здоровьем, потому что ну, я сейчас ничего не сделаю вообще. Вот это тайное место. Теперь мне нужно к костерку вернуться. Что ж тогда за золотая дверь, которую я там открыл? Почему меня странно... Нет, ну меня к выходу типа ТП-шнуло, это я понимаю. Но... Вот тут можно теперь попасть к сундуку. Ягода какая-то. Окей, к этим штукам я могу теперь прыгать. У меня это не занимает ни выносливости, ничего. Да, вот костер. Надо восстановиться. Тогда пойти на ту золотую дверь глянуть. Я не знаю, там босс, не босс. Погодите. Не трогайте меня. Я не я. Все, идите нафиг, я вас не звал. Надо ж посмотреть, что здесь. Южное хранилище. Уже украдено. Что-то. То есть тут было что-то, и оно уже украдено. Я мог просто прийти сюда и что? Может быть, это вот эту штуку я как раз искал? О. Но мне тогда, в общем-то, здесь делать больше нечего. Мне реально вернуться? Не-не-не-не. Попробовать через турельку забрать... Нет, не, не сюда. Попробовать через турельку забрать тот ящик. И идти куда-то наверх. Наверху теперь я могу... с помощью этой хваталки попасть в некоторые места. Так получается. Так, пройди, пожалуйста. Не знаю, что мне с этой турелькой теперь делать. Может ее как-то заморозить? Я не знаю, можно ли турельку морозить или нет. А как обратно? Ну, то есть я там получил деньги, да. Но как обратно? Я попробую сходить сейчас за своей тенью. И, да, турель можно заморозить. Окей, значит... Но как от этой турели я не видел другого прицела в другое место. Как можно туда попасть? Сюда, наверное, можно. Оттуда, если повезет. Нет! Да, можно вот таким вот образом. Криво, косо, но это сработало. И монеты забрал, и... Это, и турельку убил. Я так понимаю, что мечом против турельки прям бороться вообще бесполезно. Вот давай не ты, вот просто отстань.
Но это же сделано для того, чтобы шорткатами пользоваться. Ну, ёпарас, это я бы сейчас бы туда полетел бы. Ну, что ты делаешь? Ладно. Полезем по лестнице, как вот, как нормальные люди полезем. Все, до свидания, придурок. Фух, да открой ты. Лиса. Сюда пойти никак не могу. Ну хорошо, это мы тоже, получается, открыли. А здесь... О, а здесь можно еще и вот так пройти. И что это мне дает, погодите. Понял. Видите, у нас там кусочка земли не хватает. А оно мне восстановится, да? Да, восстанавливается. Как мне туда? Не знаю. Но там... Там можно пройти для сундука. Но как туда попасть, без понятия. Привет, крыс. Теперь вот эти штуки стали доступны. Это ж надо теперь вспомнить все... Убил меня. Ага, ты сюда не хочешь идти. Ну и иди домой. Молодец. Идеально сработано. Просто идеальнейше. А сколько оно тратит? Окстись, оно тебе не надо. До свидания. Я пошел отсюда. Так. Блин. А мимо него я пройти не могу. Я молодец. Но мне туда надо. Так, а как я теперь вообще выйду отсюда, не подскажете? Чисто под щитом. Ну, молодец, да? Да. Убил, хорошо. Нет, не в подземельях же. Фух. Ну и на том спасибо. Я забыл, что я тут сохранился. А чем мне с вот этим вот делать?
Так, ну хорошо, это мне, значит, придется сейчас аккуратненько проходить все те места. Это серьезно. Да, ну не то. Наводка сделана, ну, честно говоря, так себе. Не, чувак, ты мне не нужен. Два раза по мне ударил. Спасибо. Еще. Да иди ты нафиг. Да не надо, переведись. Спасибо, блин, прилетает, продолжает прилетать. Давайте как минимум на другой сейф сейчас пойдем, чтобы можно было добираться проще, потому что мне вот не светит каждый раз бегать оттуда. Нет! Насобирал вообще все, что мог, да? Блин, а я забыл на самом деле, как верхний мир-то выглядит за все это время. Лезь! Фух. О, а что у нашего приятеля? И вообще, сколько у нас деньги есть? Я пытаюсь на Б отменить каждый раз. Так. Может, я что-то смогу. Мне нужно понять, как прокачиваются банки, как прокачивается все, потому что... Клубника, монетка, петарды, зажигалки. За 90. Нет, спасибо, дружище. Я пока просто не знаю, что это. Уже черт знает, какая серия. Я никак не могу до конца разобраться в этой игре. Ну, по двум причинам. Во-первых, я реально боюсь больших спойлеров, поэтому я не лезу в большие разъяснения. А... По маленьким каким-то мелочам я никак не могу... Так, не то. Тут мы были. Это нам объяснили. Так. Там. Были какие-то моменты, которые нам нужны? Не знаю. Может, нам, кстати, надо было в центр подойти с этой штукой. О, я об этом не подумал. Какой-то облачный замок, смотрите. Это, судя по тому, что крабы и берег, это разрушенный атолл, вход туда где-то тут. Знаете, что вот это вот интересно. Нужно по звуку 1, 2, 2, 2. Или это тоже 2. Ну, это звучит как 1. Только какая-то музыкальная загадка. Это явно связано с вот этими вот серваками, которые тут есть. Ладно, к этому еще отдельно подойдем. Тут нам как раз рассказывают про вот эти серваки. 4 их. Ну, тут их тоже 4. Ну, это, видимо, соотносится одно с другим. Хорошо. Здесь хранители... Паук. Вот это похоже на могилы героев. Вот это вот штуки, вот эти желтые мы с вами уже встречали. Верхний мир. У нас тоже какие-то серваки. Но это вот главный босс, скорее всего. Я так предполагаю. Что с этим делать? Да, вот видите, крепость Восточного Хранилища. Фонарь мы добыли, этот танж мы полностью прошли. Вот, верхний мир, запечатанный храм. Может быть, кстати, в восточном лесу нам нужно еще будет что-то поискать. Также вот эта вот дверь наверху, над темной гробницей. И есть еще запретный путь, куда можно сходить.
Вот тут по мостикам можно пропрыгать, чего раньше не получалось. Волшебный кинжал. Волшебный кинжал я добыл уже. А, это как раз по мостикам к волшебному кинжалу. А, вот эта скотина. Прекращает путь к колокольне. Смертельно опасен. А, ладно. Ладно. А, телевизоры это феи? Удивительно, элементы стены ожили и не очень-то хотят пропускать. Это понятно. Вечно голодный, быстро бегает, но медленно поворачивается. Стая особо опасна. Ощутили на себе. Грублин, призрак солдата. Призрак, который продолжает сражаться, но уже не помнит зачем. Бездушно повинуясь приказам. Чьим? Ладно. Постоянно устаешь? Зажми А. Каким образом? Некоторые вещи у нас расшифрованы, некоторые нет. Так, следите за шкалами. Вот видите, опять у нас упоминается этот цветочек. Как очки здоровья. Хилками и клубниками можно лечиться. Я понял, зелень у нас для восстановления... дополнительный урон. Зелень у нас для восстановления... стамины идет. И синие... Так, используй предметы. Используй особые техники. Прием. Угу. Выносливости очки. Достигни такой силы. Вот, видите? Три таких атака, три таких защита. Но как это сделать и как это использовать, ты все сможешь, садовый рыцарь. Насчет садового рыцаря. Они знали, что это будет страшно так. О, нет, при первой смерти очки здоровья, да, меня воскресят. Эхо себя, да. Так, это за сколько я могу их продать, если хочешь стать сильнее. Вот, если хочешь стать сильнее. Фрукты, палка, щит, бомба, 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 золотая монета, приманка. Блин, волшебные предметы. А, примечание, святой секрет. Магии, очки магии. Причем тут есть еще какой-то магический предмет, наверное. Так, если хочешь стать сильнее. Нужно понять. Короче, все, ребят. А, погоди. Ну-ка. Подходишь сюда. Это как? ЛБ? 200 плюс... Та-та-та-та-та. Это моя прокачка. Подождите, давайте определимся. Я иду сюда. Давайте ЛБ. Окей. Предложить 100 монет. Это за эту штуку? Это надо было сразу сделать, да? Я понял. 1 на 2. Это что-то я прокачаю себе. Это клык плюс 100 монет. Атака 2. Вот чего мне не хватало. Какая там у нас серия? 124-я? Я наконец-то понял, как что-то делается, да? Это так глупо. Я просто все это время думал, что... Тогда что это все остальное? Ладно. Я все время думал, что... то я продаю эти вещи, типа предложить за 100 монет, за 150 монет. А это прокачка, вот эта вещь плюс столько-то монет. Как? Атака 2, атака 3, атака титанов. 4. Это все дорого. То есть получается и с жабами у меня все так шло, потому что я был абсолютно не прокачан. И... Робота мне так тяжело билось. Но это да. Ну, собственно, то, что я вам все это время и говорил. Что должна быть какая-то прокачка. И что это делает?
Защита 2. Защита чего? То есть я, у меня теперь больше... Зачем я это делаю? У меня теперь больше хпшки будет. Защита 3. Я сейчас все, все на что денег хватит, прокачаю. А потом мы с вами пойдем еще пофармим денег. Защита 3. Или это на щит, например, влияет? Защита 4. У меня денег на все не хватит. У меня сколько там сейчас? 600 останется монет. Так, предложить. Да. И что это мне даст? Зелье. Это просто мне дает количество... А, это зельки лучше будут хилить. Все. То что... Да зачем я каждый раз отдыхать-то нажимаю? Я понял. Это мне будет... Этот, наконец-то зельки будут хоть что-то лечить, а не то, что их придется пить потом по 6 штук. Деньги заканчиваются. Осталось сотенка. А, 200. Это 200, это 300. Хорошо, что вот это такое? Очки выносливости? Да! Да зачем ты так нажимаешь-то каждый раз? Получается... что вот это очки здоровья, а это будут у нас очки манны. Ну, очков выносливости мы очень мало нашли, если тогда так подумать. Пойдем, пойдемте потестим на ком-нибудь. Воу-воу-воу-воу. Вот это мы атаку качнули сейчас, если что. Так. Защита неплохо работает. Потому что мне прилетает, но совсем немного. Я вообще на изичке сейчас хожу, смотрите. Получается, что я прошел пол игры в базовой комплектации. Вот оно как. 99. Мне нужно много сейчас денег, в районе 1000, наверное. Потому что, например, хилку можно будет бафнуть 3 раза. Если я правильно понимаю. Тогда что? Что с этим? Эти штуки у нас будут как телепортаторы. Окей, это я понял. Ну, относительно как телепортаторы. За них можно зацепиться и по ним можно куда-то пробежаться. Кстати, а как нам туда попасть? А мне туда надо, там сундук. Мне надо везде, где сундук. Тут никаких нигде проходов нету. Ладно. Так. Вот она прокачка. Ну серьезно, а как туда? Ну это ж... Там даже нет за что зацепиться, если даже предположить, что туда нужно тпшнуться как-нибудь.
Тоже странное местечко. Я его просто утащил на дно. Что, блин? Как мне вот... Ай, блин, я вниз хочу. Вниз теперь только через тут. Да, это место я находил, это я помню. Блин, я не могу с помощью мобов подтягивать себя. Я их подтягиваю к себе. Может быть, как-то через тяжелых мобов можно будет, ну... Тут прям есть над чем задуматься теперь. Тяжелого моба можно тоже просто утащить. Это крайне интересно сейчас стало. Так, пойдемте тогда присядем на костерок. Я знаю, что он наверху, я просто сюда иду. Потому что мне хочется кое-что глянуть. Надо вспомнить все те места, куда я не мог пробраться из-за того, что мне нужен был вот этот вот гарпун. Ну, там щит, это я помню. О, стойте! Стойте, стойте, стойте! Да, я случайно нашел эту дверь. Что у нас тут? О, конечно. Заметки. По звездам, смотрите. А, так. Та-та-та-та-та-та-та. Это касается... Это касается вот этого места, мне кажется. Видите, тут такая же руна. Вот это. Как и вот здесь. Видите, и бутылочка с хилочкой. Вниз, вправо, вниз. Это очень странная штука, должен я вам сказать. Но этот секретик мы нашли. Я как раз думал, где у нас еще находятся эти двери. Вот они где. Окей. Хорошо, тогда получается, что есть смысл в таком количестве денег... Тогда получается... Много чего получается? Сейчас, ребят, пока мы все-таки здесь... Свалите. Я уверен был, что я их ваншотну. Ладно. В темном царстве нам делать нечего, вроде как. Думаю, да. Мы там уже все свое забрали. Хотя, ну, я честно говоря, не помню. Может быть, у меня и... А вон туда как? Я должен как-то научиться летать? Этих тоже с двух ударов просто.
За них дают по 8. Опасно. Я понимаю, но мне туда надо. Как мне это открыть? Сюда можно как-то перелететь откуда-то. Вон вещь, которая мне нужна, по сути. Вон тот, да, вон тот золотой посох, точно. Я же говорю, еще один магический предмет. А где мы сейчас находимся? Ну, я примерно понимаю, где мы сейчас находимся. Вот он. А туда я могу попасть только через вот эти врата. Запечатанный храм. Колодец. Хорошо. Сюда везде как-то что-то можно попасть. Это факт. Как это сделать? Что у нас там падение? 148. 200 я не накопил. Вон лесенка. Лесенка, скорее всего, шорткат оттуда. О! Вот как я сюда попаду. Привет, ребят. О. Да ладно, серьезно? Вот так я сюда попадаю? Чертовски рандомным образом? А моему офигеванию сейчас просто нет границ. Оно безгранично. Ну, это мне к серваку, чтобы попасть, да. А зачем? У меня будет какой-то инструмент. Может, он у меня уже есть. Которым я смогу взаимодействовать с серваками. Стойте, там, по-моему, проход был. Это разве не проход? Блин, это было очень похоже на проход. Извините, но что за место? Может, мне тут костерчик какой-нибудь дадут? Я не собирался сейчас игру заканчивать. Алло, я просто... Так получилось, не надо. Какой-то великий куб. Мосты. Эпичность просто 364% сейчас. Погодите, я назад хочу. О, тут есть костер. Каменоломня. Вот это было сейчас внезапно. Померло. В смысле, блин, померло? Что за снайперы? Блин, больно. Оно меня убьет, нет? Видите, возле этого излучения у меня жизнь уходит, как тогда. Ребят, я пошел обратно. Если нам реально сюда, я сюда приду в следующий раз. Но пока что у меня твердое убеждение, что мы сюда пришли рано. Хотя враги вроде как по уровню, ну в смысле по уровню, как такового уровня-то и нету. Но вот эта фишка с уменьшением хпшки, ох-ох-ох, это страшно. Хорошо, умерло. И чё теперь? И как мне теперь домой добраться безопасно? У меня хпшки вообще нету.
меня сейчас любой выстрел из турельки, любая вещь абсолютно просто бах и все. Да, после того, как я сохранюсь на костерочке, оно все восстановится. Туда мне никак? Ясно. В общем, этих чуваков нужно к себе подтаскивать и мочить их подальше от этой фигни, а там пройти... Я просто не знаю, короче, что. А, еще давайте, знаете, что сделаем? Вот это поменяем, наверное, на вот это. Не знаю, что это даст, но там нарисована бутылка. Я надеюсь, это что-то хорошее. Что? У меня бутылки теперь и манну восстанавливают? Или только манну? Надо будет проверить это потом. То есть, ну, я сейчас не могу себе хп-шку восстановить, но потом нужно будет чекнуть, как это работает. Если у меня теперь бутылки восстанавливают и хп-шку, и манну, ну, это тема. Я хочу. Как мне теперь вернуться? Оно работает через стенки. А, ну теперь вопрос с возвращением полностью отменяется. Я вот тут пройду. Мне казалось, что мне нужно будет идти как-то через низ где-то. Что-то выдумывать. А так, я сейчас тогда просто дойду до костерца и поразмыслю над тем всем, что происходит в этой игре и в этой жизни. Можно теперь вот так вот шорткатики себе лупить. А тут у нас... Да, я понял. Сказал самый любопытный человек с полностью отсутствующим здоровьем. Вот и костерок. Есть, блин, над чем подумать. Хорошо, маленький тест и будем заканчивать игру. Раз. И теперь... Идите сюда, народ, побейте меня немножко. Заодно протестим, сколько восстанавливают бутылки. Мне нужно, чтобы меня меньше, ниже половины побили. Все, все, спасибо, успокойтесь. Я дальше стал прыгать, или мне кажется? Хорошо, пьем. Нет, это бутылки, которые восстанавливают чисто манну. Хилочки стали восстанавливать примерно половину. Что там по деньгам? 176. Мне нужно 200. Эти. С этих вообще ничего не падает. Это, возможно, нужно идти вот тех рыцарей колотить. Они все равно двухударные сейчас. Иди сюда, дружок. Сколько за тебя дают? 8. 205, отлично. Пойдете за компанию. По 8 на этих рыцарях. И тут их 4. То есть 16, 32. 32 монеты с вот этой площадки, ну, в районе 40 монет, плюс там еще мелочь. Это к тому, если фармить. А если не фармить, я что-то не хочу фармить, я думаю, что у нас и так наберется денег. Я могу вот это вот сделать. Да, это очки здоровья. А синие значит манна. Хорошо. И очки здоровья поднялись. Смотрите, аж сразу на сколько. То есть, вот этими тремя цветочками я сейчас добью себе полностью третью шкалу. То есть, у меня будет три шкалы этого и... Нет, погодите. А, ну да, да. У меня был один зеленый лепесток всего лишь. Все. Все, я понял, наконец-то я понял, как работает эта игра. А, сколько всего слитого.
Ну, наверное, да. Тогда получается, что я просто ходил недокачанным по подземельям, по боссам, и поэтому оно мне все горело, бомбило. Просто нужно было, ну, быть повнимательнее, что ли. Мой ли это косяк? Признаю, что частично мой, но частично все-таки насчет игры, что нифигища непонятно, что написано и как. Я просто боялся случайно продать те материалы. И, ну, то есть я понимаю, что они редкие, мне это, у меня было полное ощущение, что если я сейчас нажму там предложить, мне дадут 100 монет и все. Ну, ладно. Я не думал, что это предложить алтарю. Возможно, это также немножечко косяк локализации. Надо будет посмотреть, как это выглядит в английском. Ладно, ребятушки, на этом будем заканчивать. У нас наметились новые приключения, новый прогресс. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.